Арт-дебют зарекомендовал себя как площадка для реализации потенциала молодых людей в области искусства. Вот уже в третий год выставка, объединяя творческих ребят, открывает новые и новые имена, не давая сомниться в том, что на Брещине немало одаренных юношей и девушек. Нынешняя экспозиция объединила работы порядка 30 талантов, детей, обучающихся в брестских кружках, студиях и на факультативах. Не один год эти ребята постигали азы творчества, стремительно набирали опыт, будь то изобразительное или декоративно-прикладное искусство, творили и экспериментировали. Об успехе дела красноречиво свидетельствовали представленные на выставке шедевры. Каждый автор представляет серию работ, объединенных какой-то одной идеей. В этом году участников было очень много, 54 автора, и работ в среднем 140 работ было. Поэтому, конечно, музей не вместил все работы, но мы старались разместить работы, все проекты победителей. Хотя иногда вот осталось одна-две работы от серии, скажем так. И самые лучшие работы тех ребят, которые с каких-то школ, отдельных школ, чтобы действительно поддержку оказать. И мне кажется, что самое главное для наших вот участников – это поддержка в том плане, что они выставляются в очень красивом музее города Бреста. Масляная и гуашевая живопись, графика, батик, текстильный дизайн, плетение из соломки. Направлений было охвачено много, что лишь подчеркнуло, насколько разнообразны интересы подростков. Артем Мясников представил на суд брещан галерею портретов. Среди ярких образов – фокусник, циркач и селянин. Юноша увлекся абстракцией не случайно. Благодаря этому виду искусства, по мнению художника, можно тонко передать настроение и чувства. Здесь я выражал селянина, идущего после работы. Можно наблюдать по его гримасе, что он уже уставший, его жизнь тяжела. Я считаю, что через именно эту гамму красок можно выразить максимально точно антураж работы. Юноша – один из молодых художников, участников выставки, который не раз получал громкие слова в свой адрес и многочисленные награды на конкурсах. Таковых оказалось немало. Среди ярких примеров – Ирина Мачан. На выставке школьница представила красочные натюрморты. На одну работу примерно ушло с января. Начинала в карандаше одну, вторую. В феврале уже закончила, начинала в цвете. Где-то в конце февраля закончила тоже в цвете. Все. На две работы ушло ровно в счете 2 месяца. Хорошо. А сколько вот наград у тебя за именно изобразительное искусство, за достижение? Это у меня почти все награды за изобразительное искусство. А в каких конкурсах участвовала? Участвовала в областных, участвовала в республиканских. Арт-дебют приятно удивил горожан керамическими изделиями, вышивкой, лентами, креативными работами из соленого теста и соломки. За свои шедевры участники в этот день получили награды и напутственные слова на новые творческие эксперименты. Мне кажется, что не главное для них сегодня победа, там диплом, который они получат от отдела образования, а именно то, что их увидят жители города Бреста. Выставка будет довольно долго, с 10 марта по 16 апреля. Я думаю, и гости нашего города, и родители, и учащиеся школ, учителя смогут прийти посмотреть на действительно талантливые работы. Потому что жюри сказала, что работы, особенно по направлению изобразительного искусства, были очень сильные. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».